Ну а сейчас к срочным сообщениям по лентам информагентства. В Флориде обработано около 2% бюллетеней к этой минуте. И согласно первым данным, за Трампа там отдали свои голоса в два раза больше, даже более чем в два раза, чем за Клинтон. 65,7% проголосовавших за Трампа, а за Клинтон 31,4%. Флорида является одним из важнейших штатов. Ни у одного из кандидатов в нем не было явного преимущества. И вот по итогам голосования решится, кому из кандидатов достанутся голоса 29 выборщиков. У нас сейчас есть возможность связаться с нашим специальным корреспондентом Анной Балдиной. Она работает в штабе кандидата от демократов Хиллари Клинтон и выходит на прямую связь с Москвой. Анна, еще раз здравствуйте. Какие данные у вас к этой минуте? Какие настроения в лагере демократов? Здравствуйте. Закрылись избирательные участки еще в 6 штатах. Среди них Флорида, Вирджиния, Джорджия. Мы знаем, что кортеж Хиллари Клинтон выдвинулся из пригорода Нью-Йорка, где мы уже вот-вот будет здесь. Очевидно, Хиллари Клинтон готовится взять слово. Но известно, что в штабе демократов попросили продлить голосование в одном из ключевых округов Северной Каролины. Этот штат дает 15 голосов выборщиков и может сказаться на перевесе. Голосование просили из-за технического сбоя. Что касается данных экзит-полов, Клинтон выигрывает в штате Вермонт, но он совсем небольшой, это не столь важный выигрыш, и проигрывает в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире. Соотношение пока предварительно 19 голосов выборщиков у Трампа и 3 голоса у Клинтон. Все еще может поменяться. Вы говорили о том, что во Флориде пока по предварительным считанным процентам обработанных бюллетеней есть данные экзит-полов, что в два раза больше людей проголосовали за Трампа. Но стоит помнить, что на последних выборах не было еще такого во Флориде, чтобы разрыв составил больше 1%. Он был всегда около этой планки. Поэтому, конечно, еще все изменится. Будем смотреть за штатом Огайо, за Пенсильванией. Кстати, в Пенсильвании должны закрыться участки в 4 утра, но очереди стоят до сих пор. Голосование будет продлено. Тем временем компания MSNBC полы о рейтинге доверия кандидатам. И по ним получается, что 38% опрошенных доверяют Клинтон и 32% Трампу. Но интересные данные, что более 2/3 американцев решились определиться со своим выбором еще до сентября. Вот именно этим можно, наверное, объяснить рекордные цифры досрочного голосования, которое в целом тоже благоволит Хиллари Клинтон. Поэтому, что касается настроений в штабе, здесь все готово к тому, чтобы приветствовать возможного президента. Здесь подготовлена сцена в форуме Соединенных Штатов. Здесь развешаны флаги, отложены свет, звук. Конечно, здесь находятся десятки телекамер. Есть мнение, его приводил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в штабе Клинтон, что там настроены крайне оптимистично, считают, что она не только получит 270 голосов выборщиков, но еще и получит значительный перевес, и это будет очень-очень убедительная победа. Ну и такая деталь, которая может свидетельствовать также об уверенности Хиллари Клинтон. А вот сегодня в течение дня мы наблюдали движение флешмоба, когда женщины шли на избирательные участки в брючных костюмах и фотографии фотографировали себя и таким образом выражали поддержку Хиллари Клинтон. Так вот, Хиллари прислала им сообщение, поблагодарила, что брючные костюмы сегодня очень пригодятся, чтобы праздновать победу. Вот из таких небольших деталей и отдельных цифр мы можем делать выводы, что пока тренд для Хиллари Клинтон, цифры благоволят Трампу, коллеги. К сожалению, прерывается периодически связь со штабом Хиллари Клинтон. У нас на прямой линии была наш корреспондент Анна Балдина.